Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области в Поронайском районе пресечена деятельность группы лиц, осуществлявших незаконную добычу водных биоресурсов с применением маломерных плавсредств. Прежность данных биоресурсов для проведения оперативно-розыскного мероприятия обследования. Водные биологические ресурсы из лодки укладываются на береговой полосе для пересчета. Данные экземпляры присутствуют самки, так и самцы. У самок под абдоменом круглой формы имеется икра. Задержаны два гражданина Российской Федерации и два иностранца, у которых обнаружено и изъято свыше 1500 килограмм краба камчатского без документов, подтверждающих законность происхождения улова. Ущерб водным биологическим ресурсам вследствие указанной противоправной деятельности может превышать 9,5 миллионов рублей. Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение. По поводу обнаружения вас сегодня здесь, что можете пояснить? Предложили заработать денег, перевести краб. Кто предложил? Да вот носач. Кто носач? Ну, кто? Ну, так его не знаю, вот подъехал. Я корюшку ловил. Где ловили корюшку? Здесь, ну, носач.